Да подождите! Ставьте ваши ставки, господа! Ну куда ты спешишь? Ну тут я торопил кто-то! Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Топ. Меня зовут Дима. И сегодня мы снова смотрим видосик на Мистер Бист Гейминг под названием «Что ты выберешь?» 10 тысяч или этот мистери бокс. Мы, по-моему, смотрели уже такой ролик, а? Не, это абсолютно другой ролик, ладно. Что-то у них два ролика называются одинаково, пускай. Так что перед началом не забудь подписаться, если не подписан. Я иду к 100к, чуть-чуть осталось. А также забегай в мой телеграм, там новости, когда следующая реакция и новый летсплей. Погнали смотреть! Я задам этой 15-летней девочке нелепый вопрос. Слипи, ты бы... Так, будь осторожен с вопросами, ну это 15-летняя девочка. Мы понимаем, что у тебя много денег, но давай осторожней с вопросами. Брала 10 тысяч долларов или то, что в этом мистери боксе. Боже мой! Так. Какой стресс, какой сильный стресс! На что бы ты потратила 10 штук, выбери ты их. Я бы побаловала семью очень хорошим, шикарным ужином. Это 10 тысяч... За 10 штук баксов ты чё? Семью отправить на Гавайи! Вот это нормальная тема! Я не знаю, сколько у них, конечно, стоит оплатить колледж, но как бы 15 лет, пора бы задумываться и об этом. Тысяч долларов. Твоя семья это... целая деревня? Скажи нам, как думаешь, что в коробке? Зная мистера Биста, это может быть машина или что-то еще. Да. А зная, что у поле чудес, там могут быть баранки. Это верно, это может быть машина. Окей, когда будешь готова, принимай решение. Думаю, сегодня я проявлю амбициозность. Я выберу мистери бокс. Если решение окончательное, подтверди его. Ладно, поехали. Решение на 10 тысяч долларов. Деньги исчезли. А там, знаете что? Дыня. Дыня, просто дыня, да? А чё нет? Все это, давай, ты проиграл. Пока. Хотя, с другой стороны, семью она хотела накормить. А ты выиграла новенький автомобиль. Да! А как она знала, что там машина? Тебе уже можно водить машину, Слипи? Ну, я собираюсь научиться. Окей, я отдам ее твоей маме. Покажите папу. Прости, пап. На следующий челлендж мы пригласили Людвига. Привет. Людвиг, сколько тебе лет, скажу. Это важное уточнение. До этого, ну, мы как бы не задумывались, сейчас надо пора уточнять. Поместил тебя в уменьшенную копию случайного места на Земле. Если угадаешь, в какой ты стране, не двигаясь с места, я дам 5000 долларов твоему случайному зрителю. А я могу выиграть деньги вместо него? Нет, прости. Снимите с него коробку. Хорошо. Мне уже можно назвать... Но учти, что некоторые статуи находятся в нескольких... Блин, в натуре, вы знаете, да? Ну, то есть, статуя свободы, она не только в Нью-Йорке. Их много где. В Париже есть статуя свободы. Спасибо мистеру Бисту, я до этого не знал, но в одном из видео мистера Биста была она. Еще где-то, их, по-моему, 3 штуки. Если не больше. В каких местах мира? Ты пытаешься меня обмануть, ведь это статуя свободы, которая обычно в Нью-Йорке. Я решил, это США, Соединенные Штаты Америки. Верно! Поднимем ставки вдвое больше или ничего? Давай еще одну, давай еще одну! Следующая давай. Страна! Если угадаешь страну, я подарю одному из твоих зрителей 10 тысяч долларов. Хорошо. Тут один вариант. Как ты догадался? О боже мой, статуя! Все как-то очень просто! Вдвое больше или ничего, еще раз? Джимми, я лишу тебя твоего состояния. Хорошо, следующая страна! Кликнем на самое новое видео Людвига, я перейду в раздел комментариев. Just Dylan Official пишет. Что? У Людвига в комнате убрано? Да, я убрался в комнате. Ты все правильно понял, Just Dylan Official получит 20 тысяч. А я точно не... Что? Абсолютно любому зрителю! Я что-то думал, что они на стриме сидят, вы поняли? И типа, кто напишет в комментарии, тот и заберет. Прикиньте, чувак просто оставил комментарий кому-то под видео. Ребята, не забывайте, у меня тоже можно комментировать видео. Пес его знает. Может быть, я дружу с каким-нибудь мистером Бистом. Могу быть фанатом, ведь я смотрю собственные видео. Нет. Сервер, сними коробку. Что за... Не гугли. Будешь гуглить, я не только не дам Дилану денег, но и похищу Дилана. Где, это не Фудзияма справа? Я дадим его только за деньги. Подумай хорошенько. О, это сложно. Ладно, тут горный хребет и Пендна. Ладно, пусть будет Индонезия. Вообще-то это Танзания. О, это очень сложный вопрос. Прости, Дилан, я старался. Идем дальше. Фази, Эрста, зовите своих мам. Мам! Мама! Так, мам пришла. Тут уже надо с мамой, вы понимаете? Мама рядом со мной. Мама Эрстара и мама Фази. Перед вами полоса препятствий. Первая мама, которая закончит полосу препятствий, получит оплаченную поездку на Багамы. Сервер, начинаем испытание. На Давай! Иди вперед. Нажимай пробел, удерживай W. Синяя. О, нет. Иди вперед, ясно? Синяя и желтая, да, получается? Ставьте ваши ставки, господа, кто поедет на Багамы? Я выбираю желтую, она просто как минимум еще не сделала никаких ошибок. Должна прыгать, это как водить машину, но не совсем. Ага. Так, давай. О, нет.
Окей, делайте то же самое и прыгайте, когда будете у края. Да-да-да! Нет, мам! Прошла минута, а обе мамы еще на стартовой линии. Давайте немного облегчим задачу. Да-да-да! Иди прямо, продолжай! Ну, беги! Беги! Давай! Да, да, да! Деньги могут достаться любой маме! Они идут нос к носу! Нет, не сюда! Нет! Нет! Давай, мам, ты сможешь, пожалуйста! Мы 100 лет не путешествовали! Неправда, твоя мама... Не, подожди, одна мама сама поедет. Чё ты тут при чём? Мама продолжает путешествовать к началу полосы препятствий. Я в этом рекордсменка. Жёлтенькая. Давай, мам, давай! Сейчас! Ты впереди! Ещё 2 прыжка! Раз, тихо! Ну ладно! Да-да-да, окей, давай! Ставка сыграла, господа. Я еще не переживал так за чужих мам. А мэр Стара, вы официально едете на Багамы. Да! О, мой бог! Верни мне мой ком. Би, ты можешь выбрать Карло, Криса или Чендлера. От того, кого ты выберешь, будет зависеть, сколько ты выиграешь. Простите, ребят, я выбираю Криса. Да! Крис, доставай лук. Би, так. У Криса есть 3 попытки сбить яблоко с твоей головы. Чем дальше встанешь, тем больше денег ты получишь, если он попадет. Но если он промахнется, ты ничего не получишь. О нет, я бы не стал участвовать, если бы знал, что в играх как чья-то жизнь. Куда ты встанешь в первый раз? Выбирай. Хорошо, я встану на 5000. Крис, целься! Стой спокойно, не шевелись. Это было ужасно! Может тебе... Блин, ну а попади, попробуй попади в натуре. Это же Майнкрафт, а не Сплинтер Цел, тут нету прицела. Ну, как бы... увеличение. Тебе подойти туда, куда я попал, или мне целиться лучше? Ты жалеешь о своем решении? Я верю в Криса, надеюсь, он не двигался. Крис, целься! Давай! Ты сможешь, Крис! Не вините меня! Я стараюсь! О, боже! Погоди, что? Он попал тебе в колено! Сдвинься на 1 дюйм вперед! Я не двигался! Я верю в тебя! Чуть-чуть! Вот порядок! Подожди, третья Крис, попытка, подожди, ребята! Подожди, не стреляй! Би, ты подписана на мистер Бизгейт? Да подожди! Шуклю, что ты творишь, блин? Но мне интересно, что там будет. Он подписку свою этот. Конечно, как и моя мама. Хорошо, я сделаю твое яблоко немного больше. Моя рука тверда! Я выстрелил! Летит. Да! Да! Ты выиграла 5 штук! И ничего не пришлось делать. Да! Следующий челлендж. Гениально. Привет. Ты будешь укладывать крекеры Cheese It. Кликни левой кнопкой. Окей. За каждую выстроенную стопку я дам тебе $100. О мой бог! А пока ты занята, я расскажу вам о спонсорах Cheese. Когда-то была на телефонах игра Tower Blocks, вроде бы. Я в нее часами залипал. Сейчас такой, наверное, не... Она такая простая по своей сути была. Типа, начиналась с того, что у тебя есть дом внизу, как бы фундамент. И, значит, на крючке вот так вот этажи катаются. И твоя задача в определенный момент нажать тогда, когда оно будет по центру, чтобы дом упал ровно четко по центру. Чем точнее он станет, тем больше очков ты заработаешь, поняли? Точнее, там даже люди заселялись, типа, больше людей заселится. Если ты вообще поставишь ровно, то тогда красота будет. Но если ты промахнулся влево-вправо, дом начинает расти, а в какой-то момент начинает сам дом качаться. Мало того, что эта фигня качается, еще и дом качается. О, блин. Пока что, Каламити, ты выиграла $700. Это много крекеров Cheese It. Cheese It и Pringles вместе с Майнкрафт раздадут 350 майн... Я старался, я думал, я вырежу этот момент, но это же мистер Бист, он все равно раз и снова всунет где-то. Коинов за каждую покупку. Они выпустили ограниченную партию Pringles со Suspicious Stew. Купите один из продуктов, сохраните чек и зайдите на сайт kellogminecraftpromo.com или нажмите на ссылку в описании, чтобы отправить заявку. Пока ты выиграла $1100. Я молодец. Даже не рассчитывала на такую сумму денег. Итак, теперь все движется очень быстро. О, сейчас будет очень сложно. Волнуюсь, блин. Боже. Блин, она потратила вообще все попытки, вы выкупаете? Ну, то есть, когда она дошла до 1000, у нее осталась всего вот такая вот палочка. Попади ней, а? Ты мой. Каламити, ты выиграла да. $1900. Спасибо. Благодарим крекеры Cheese It и Pringles за спонсорство этого видео. Марио, открой сундук. Окей. Ты выиграл $500! Что в жизни так было все легко, ну, ребята? Ура! Иди за мной.
Откроем. О, окей, окей. Так. А теперь ты выиграл $1000. Каждый сундук, который ты открываешь, удваивает сумму, но половина сундуков наполнена тротилом, и если откроешь один из них, то потеряешь все. Шанс 50 на 50. Выбирай с умом, Марио. Понятно. Иди за мной. Иди за мной. А да? Типа, а можно в какой-то момент остановиться и сказать, типа, все, я больше не хочу, правильно? Хотя нам не озвучили этот вариант, и получается, что либо ты проигрываешь с вероятностью 99%, либо ты забираешь всю сумму, которая там на площадке. Ага, ага. Кликни на этот. А зачем мне кликать на этот? Ну, потому что у меня вокруг него зеленая рамка. Да, справедливо. Теперь у тебя 2000! Выбирай следующий сундук. Какой из них меня привлекает? Я пойду к тем, что далеко отсюда. Окей, окей. Вот этот сундук. Погоди, подумай. Отойди, Марио, отойди. Я открою его за тебя. Ты бы умер, Марио! Ты бы умер! Эй, глянь на меня! Играй с умом, ладно? Хорошо, да, вариантов много. Чувак. Крис Пратт озвучивал Марио. Кажется, в фильме он говорит «Поехали», так что выберем этот. Поехали! Да! $4000! Марио, что ты купишь на 4000? Ничего, ведь ты не остановишься на этом, да, Марио? Нет, конечно нет. Выбирай очень осторожно. Ну так, ладно, пожалуйста. Что ж я выберу это? Нет! Ты чё спешишь? Ну куда ты спешишь? Ну ты торопил кто-то. Эти же с тобой по связи, понял? Ну немножечко их там потяни за жилки. Ты за, можно, а мы не... Ну, поняли? Не, он пошел, все, пошел лупить. О, май гад, это же... Самых крутых, самых невероятных подписчиков. Все верно, это про тебя. Подписывайся в Telegram и на игровой канал. Почему? О, блин! Ладно, я все равно дам тебе $1000 за участие. Люблю тебя, Марио, идем дальше. Рики, Дэйв, вы друзья в реальной жизни? Да. Возможно, после этого нет. У каждого из вас по 10 тысяч на подготовку к смертельной битве. Купите на них оружие и доспехи, но учтите, что в случае победы вам достанутся только те деньги, которые вы не потратили. Рики, какие у тебя мысли? Какова что? Твоя стратегия? Ноль и ноль, чувак. Я справлюсь. Правда? Если он купит алмазный меч, он убьет тебя двумя ударами. Вообще-то ты верно подметил. Ладно, я возьму железный меч. Я могу делать Рики кулаками. Я ему покажу. Ты сумасшедший. Я готов. Сервер, открой ворота. Почему-то вы оба выбрали кожаные доспехи, но у одного из вас... Потому что ноль стоит, больно. Железный меч. О, у тебя железный меч? Да-да-да-да-да-да. О, боже. Ему следовало потратить больше денег. Иди сюда. Иди, получи леща. Не, все норм, все норм, все норм. Дэйм, у тебя ничего не получается. Дэйм становится все более... О, боже. Без шансов. О, нет. Спасайся! О! Не, ну это глина, все, железный меч, вы поняли? Что он понадеялся, что типа чувак тот ничего не тратить не будет? Друг другом, а надо как бы, ты же его знаешь, это ж твой друг. Одна полоса жизни! Рики, ты сможешь убить его кулаком. Хорошо, ради контента, детка! Нет, нет, не вздумай, не вздумай, не вздумай! Главу не упади. Да, нет! Вот так! Дэйм, ты бы сказал, что вы все еще друзья? О, да, пока запись не закончится. Все! То есть, по факту, уже не друзья, вы поняли? Ох, блин, я не могу. Мистер Бист даже в Майнкрафте умеет делать шоу. Красавчик. О, такой он, конечно, заряженный ролик получился. Если вам понравилось, смотрите вместе со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, забегайте в мой Инстаграм, Телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима, типа Топ. Пока!